Всем привет, друзья! Мы сейчас в Севастополе на новооткрытой набережной города южной стороны. Сегодня было открытие новой набережной. Вот мы пришли, решили прогуляться, посмотреть, что с этого получилось. Установили здесь недавно новый памятник, долго он был в пленке, закутан, долго все гадали, что же это будет и кому памятник. Догадок и предположений было много, об этом все молчали. Разные были варианты и предположения. Сейчас я подойду поближе и сам посмотрю, что за памятник, что за мемориал, пьедестал. Надпись гласит: «Мы единый народ на оси». А, «Мы единый народ, и Россия у нас одна». И горит вечный огонь. Много цветов. Выполнен из белого мрамора, или гранита, или известняка. Точно я не скажу, не разбираюсь. Здесь стелы. Над них изображены боевые действия, солдаты, артиллерия, пушки, оружие, следы разрывов от снарядов. То есть это своего рода мемориальная плита. А, собственно говоря, чего меня сегодня привлекло сюда прийти, это то, что, приехав в Артбухту, я заметил, что в море стоят боевые десантные корабли. Сейчас их уже пытаются разворачивать, буксировать обратно в бухту. Но пока они еще здесь находятся. Еще два из трех, которые были, еще стоят. Еще ранее здесь стоял парусник Херсонес. Сейчас его уже отбуксировали, я так понимаю, обратно в бухту. В общем и целом, еще прочитаю в интернете и позже об этом отпишусь, что это за набережная, как эта набережная называется, кому установлен этот памятник, в честь кого, в память кого. Пока что, если есть у вас какие-то мысли, идеи, предположения, или вы точно знаете, что это, напишите, пожалуйста, в комментариях.